Добрый день, в студии Богдан Заруцкий, аналитик FIBA Group. Торговый день понедельника будет под влиянием европейской сессии. Важным событием этого дня станет выход индекса геоклимата Германии от исследовательского института ИФА. Следует отметить, что именно утренние данные от ИФА могут значительно повлиять на ход торгов на протяжении дня. Поэтому у данного показателя высокая степень важности для валютного рынка. Напомним, что индекс от ИФА – это показатель после опроса порядка 7000 компаний страны для оценки деловых настроений и условий бизнеса в Германии. Наблюдения показывают, что деловой климат Германии снижается до значений начала прошлого года. Безусловно, это создает давление на единую европейскую валюту. Наши наблюдения показывают активность торгов в районе 11-20 пунктов после выхода данной статистики в первый час торгов. Подводя итог торгового дня, можно увидеть высокую реакцию участников рынка Форекс на статистику из Германии с постепенным переходом на данные по деловой активности PMI сервиса США. Основными торгуемыми активами в этот день могут быть как доллар, так и евро в парах с другими мировыми валютами. На сегодня все. Удачи вам, берегите себя. Помните, вера в себя открывает путь в удивительный мир возможностей.